и канареечка летает, испевая прямо в горизонт. А мы пойдем, выпьем, погуляем, в цьому мы все життя и весь наш резонт. Жил-был молодой бездельник Свирид Петрович Голохвостый, и держал он в Киеве цирюльню, пребывающую ох в каком плачевном состоянии. Но решил юноша, что не для работы рожден, а потому большую часть времени проводит в кутежах да карточных играх. Слушай, Голохвостый. Пардон, я не Голохвостый, я Голохвастов. По паспорту ты Голохвостый. Пардон, в паспорте ошибка. Молчи и слушай. За долги, за неоплаченные векселя твоя цирюльня опечатывается, а имущество описывается. Один выход – жениться. Ну до чего ж обаятельный мерзавец. Музыкальная комедия «За двумя зайцами» 11 июля в 22:00 на телеканале «Самара ГИС».